Более 40 жительниц городского округа подали заявки на участие в ежегодном конкурсе «Мамочка-люберчаночка». Но по результатам отборочного тура только 22 из них заслужили право выступить в финале. Наша съемочная группа наблюдала, как проходил кастинг среди молодых мам. Доказать, что декретный отпуск – это не только уход за ребенком, но и отличное время для новых открытий и самосовершенствования. Именно в этом заключается главный смысл конкурса «Мамочка-люберчаночка». Он проходит в городском округе уже второй раз по инициативе членов сообщества «Мама офлайн». В марте прошлого года за это высокое звание готовы были побороться 25 человек. В этом году количество участниц удвоилось. Сегодня нам предстоит важная ответственная миссия по отбору этих кандидатур. Нужно отметить, что подобный конкурс дает возможность для развития и реализации своего потенциала, своего личностного роста и творческого потенциала каждого родителя. Наверное, в каждой семье участника это будут знаменательные и приятные моменты, которые будут дополнительно объединять семью и стремиться к победе. По итогам отборочного этапа 22 участницы проходят финал, который состоится 4 марта. Но все это время молодые мамочки не будут сидеть без дела. Теперь им предстоит большая работа по подготовке к своему главному выходу на сцену. Девочек ждут репетиции, мастер-классы, дефиле, интересная культурная программа. Об этом все будет рассказано на финале, и вы увидите результаты. Для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе, достаточно быть просто мамой. Но при этом нужно подготовить интересную самопрезентацию, успешно справиться с интеллектуальными заданиями и пройти конкурс дефиле. Решение, кому достанется заветная корона, примут компетентные члены жюри. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.